Двигаемся дальше. Сейчас на сцене появится команда, которая навела шума по 1/8. Надеемся, что здесь они порадуют нас не меньше. На сцене команда, представляющая славный город Купино. Команда КВН «Плохой и очень плохой». Аплодисменты! Привет, открытая! А Купино сегодня при бабках. Вот. Ну, решили разорвать зал. Брат. Ну, тут люстры, конечно, вообще всегда. Высшая лига, как родная. Александр Васильевич Масляков. Это Латоха. Ого, какая редкая двойная фамилия. Масляков, Латоха. А можно я вас буду звать просто Макс? Вот мы не с пустыми руками. Ну, вы понимаете, там, где звон, ну там же и стол. А что может быть искупено на столе? Ну, конечно, свежее, с грядочки. Вот, смотрите, картошечка. Картошечка. Лучичок. Вот, и последняя. Картошечка. А нет, не последняя. Царица полей. Огурец. Ну просто команда КВН огород. Попер КВН, попер. О, возьмите нас в полуфинал. Учись, учись. Я только начал, две команды зал уже разорвали. Ну. Егор, давай серьезно, это КВН, здесь шутить надо. Ну, серьезно, но у меня есть одна миниатюра. Поможешь подыграть? Ну, давай попробуем. Ну, смотри, учительница оставила 11-классника после уроков. Угу. Так, Егор, ты очень плохо себя ведешь, поэтому остаешься после уроков, все. Ну, Ирина Николаевна, тут же май, уже, тут уже выпускные. Ну, как я там, пацаны? Так, ну, все, тихо. Есть у меня один... способ. Ирина Николаевна, я милицию сейчас позову. Зачем? Ну, грудь у вас украли, чё? Егор, ты совсем что ли? Давай по-серьезному относиться. Здесь жюри сидят, баллы ставят. Нам надо в полуфинал пройти. Полуфинал, я знаю. Нам надо взять в команду убогого. А как же я? Ну ты-то подстригся. У меня кум есть. Вообще, стопудовый вариант. Кум, иди сюда. Здрасте. Ну, вот смотри, все просто. Ну, кум. Ну, скажи. Кум. Скажи вот. КВН, скажи КВН. КВН. Ну вот, разговаривать умеет. Жюри, его уже жалко. Четверку выступим, пятерку получим. Так что давай, говори КВН. КВН. Ну все, стопудово, я пошел. Куда? Так это, в тюрьму. Зачем? Ну, меня мама попросила с братом посидеть. Угу. А вы тут давайте. О, бабки. А вы давайте, начинайте. Мужичок 1 января идет к холодильнику. Салаты! О, что-то я резко встал. Два парня после свидания. Ну вот слушай, значит, ну-ка. Мы посидели в ресторане, потом пошли в кино, потом пошли к ней на чай. Ну а дальше ты понимаешь, да? Что... Да. А у тебя что как? Это словами не объяснит. Смотри. То есть вообще не пришла? Да нет, почему пришла? И чё? Ну чё, она меня этому и обучила? Вот вы все думаете, то, что якобы суши придумали в Японии. Нет. На самом деле их придумали в городе Купино два чувака вечером на лавочке.
Ну и вот, всю малинку, которую Зинка поворвала у бабы Нюры, ей в рот и молока сверху. Смузи. Или слушай, вот вариант. Раскатываем рис. Сверху свеженький огурчик. Закатываем водоросли. Сякимяки. Сякимяки! Можно порцию сякимяк, пожалуйста. Слушай, ну у нас тут все такое морское, надо название придумать. Что это? Давай это будет «Дары моря». А может быть, суши? Дары моря на суши! Пап, пошли домой, там сестра удон приготовила. Удон! Это что такое? Да я откуда знаю, она только что это придумала. Вся в отца! Дорогие друзья, в этом году уже 9 лет, как я играю в КВН. И в этом зале находится моя любовь. И я хочу сделать ей кое-какое предложение. Аленочка, где ты? Иди сюда. Ален, иди сюда. Ну быстрее, Ален. Ну тут остановись, в принципе. Повернись, чтобы весь зал тебя видел, мою красоту. Вот, да. Ну, стань левее, Ален. Ну, я там крестик нарисовал, там место, да. Видели? Я поставил эту бабу на место. Красавчик! Друзья, вот на самом деле мы хотим сказать большое спасибо, Новосибирск, за вот эту вот игру КВН. Вот если бы не вы, ну, никто у нас Купина так не может придумать. Слышь? А я же придумал вот эту корыту здоровую, ванну чугунную мы распилили, вот эта вот кожа, чтобы свиньи не резались, хавали, чтобы все вместе. Ну, в принципе, да. Ну, да. Но КВН-то лучше. Ну, да. Команда КВН плохой, очень плохой. Расставляем приоритеты в жизни. Ваши бурные аплодисменты, друзья! Мы движемся дальше, переходим к следующей команде, которая выйдет и порадует нас своим музыкальным номером. И это будет команда КВН «Плохой, очень плохой». Город Купино. Дорогие друзья, нам всегда обидно, когда молодые команды выходят под чужую музыку, под чужим лейблом. И мы хотим, чтобы все молодые команды, а мы являемся молодой командой, думали свои музыкальные фишечки, свои приколюшечки. И вот мы сейчас будем думать, а вы смотрите. Ну вот, давай начнем со Зверева. Ну нормально. Да не, нас в Купино не поймут вообще. Ну да. Тогда со Шнурова. Ну, в Купино поймут, в Сиби не поймут. Угу. Давай Sailor Moon. Sailor Moon уже старо. Покемоны? Нет. Так, ну давай тогда, давай наш рок, прям рок. Рок, давай рок. Ой, подожди, сейчас попаду, подожди. Ай, стой, я вообще что-то тут не попал. Давай лучше под коржа все могут, да? Давай, попробуем. Давай. Я! Да что такое? Нет. Давай. Какая хорошая команда, высшая лига там. А, давай вот как камызяки, вот у них же все запоминается, там песни такие крутые. И рэп про любовь, и да? И рэп, да. Все, давай. Делаем так, давай. Залови 2013. Мало. 2015. Достаточно. История любви не дать не взять. Здесь купинские голуби. Лови историю шашлычника любви. А он любовь свою на вертеле крутил. И весь народ шашлык его любил. Но среди них была та самая. Но! Ее заказ любой был больше килограмма. Но! Ну вот он... И он все понял, блестели губы у нее не от шашлыка. Она сказала, это блеск для губ, но он услышал от нее запах беляша. История всей жизни, история любви. Она любила мясо, а он ее любил. Она любила тесто, а он любил лаваш. Потом на их любви встал беляш. Беляш. Эх.
Вот, все, с песней разобрались. Давай теперь отбивочка. Давай вот отбивка прям, вот первую попавшуюся. Давай, возьмусь, первую давай. Попавшуюся. It's my life, it's my... Ой-ой-ой, какая опасная. Слушай, это же социальная отбивка. Ну? Ну, смотри. Мама, мама, а можно я не пойду в школу? Ну, конечно, мы же алкаши. It's my life. О, слушай, подожди, что? Подожди, мы тогда до полуфинала не дойдем. Надо поменять отбивку. Давай другую. Давай, давай. Другую. Стой, 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 стой. Это не в отбивке дело, да, нет. Это мы косяки, да. 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 Слушай, ну их, давай эти отбивки, давай вот какую-нибудь музыкальную фишку, чтобы все вот типа там, о, вот это вот. А. Давай. Вот у меня есть предложение, смотри. Давай. А, нормально, нормально. Подожди, тут надо немножко доделать. Давай, давай, давай. Давай. Ну, не-не-не, слушай, слушай, тут что-то надо другое. Слушай, а может так. Вот это вот? А, ну давай, 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 давай. Ну, лучше, да? Ну, что-то не хватает. Ну, я тоже думаю, что нормальные люди это не покажут. Ну. Давай, уберем. Или подарим кому-нибудь. Давай подарим. Давай подарим, слушай. Давай. Слушай, а вот давай скажем спасибо еще раз. Давай вот, еще раз спасибо. Спасибо вам за открытую лигу. Прямо от души. Голова не болит? Нет, нормально. На самом деле, дорогие друзья, очень здорово. Открытая лига, КВН. Вот в Купино до такого не додумается. Но вот когда я вот колеса разместил по дому, вот типа клумбы, и все, и цветочки, и цветочки. Вот это было лучше, да? Ну да. Ну КВН-то тоже хорошо. Вообще замечательно. Команда КВН плохой, очень плохой. Ставим приоритеты в жизни. Спасибо. Ваши бурные аплодисменты, команда КВН плохой, очень плохой!